завершается результативная часть. Я не смогу заниматься активизмом, я не смогу защищать многих квир-людей в России. Как минимум, я уже закрываю свой шелтер, причем я бывшая руководительница, потому что из-за принятого Минюстом решения я не смогу дальше продолжать давать небольшой совок безопасности многим там с людям. Все еще хочу, например, свободно говорить, а сейчас в России время цензуры, военной цензуры, сейчас будет цензура в плане упоминания, да, квир-комьюнити.